Перегруппироваться! Время истекает. Ты готова? Я много думал, Кайлина. Тебе почти нечем заняться на этом острове. А после того, как я встречусь с твоей госпожой, тебе совсем нечего будет делать здесь. Возвращайся со мной, Вавилон. У тебя будет шанс начать новую жизнь. Прости меня, принц, но я не могу принять твое предложение. Это не может кончиться вот так. Пойдем со мной. В настоящее. Чтобы ты мог убить меня в своем времени, а не в моем. Извините, но только один из нас сегодня может повести судьбу. Кайлина! Императрица! Послушай! Нет! Это ты послушай! Поток времени сказал, что ты убьешь меня. Но я изменю поток времени! Thank you.
Я знаю, что ты видела. Что тебе кажется, что ты видела в потоке времени. Тогда ты знаешь, что у меня нет выбора. Выбор есть всегда, Кайлина. Тогда я выбираю жизнь и твою смерть. Стой! Я не хочу убивать тебя! Даже если ты не хочешь убивать меня, тебе придется. Этого требует поток времени. Нет, Кайлина, ты можешь изменить свою судьбу. У меня же получилось. Ужасному зверю было предначертано убить меня, но я освободился от... Что это? Нет! Как это может быть? Я же не дал Кайлине умереть в прошлом. Нет ни песка, ни песочных часов. Кайлина не принадлежит этому потоку времени. Зверь теперь охотится за ней. Приведя ее сюда, я приговорил ее к смерти. Это все ты виноват! Как это может быть? Этот меч, похоже, он защищает меня от Дахаки. Возможно, эта тварь не так уж неуязвима. Вместе мы построили это судно. Вместе мы покинули остров. И вместе мы вернемся в Вавилон. Твое по праву принадлежит мне.
твоим и останется. Твое путешествие не кончится добром. Ты не можешь изменить свою судьбу. Никто не может. Я знаю, что ты видела. Что тебе кажется, что ты видела в потоке времени. Тогда ты знаешь, что у меня нет выбора. Выбор есть всегда, Кайлина. Тогда я выбираю жизнь.
и твою смерть. Мы можем изменить судьбу. Когда мы сражались первый раз, все было не так. Первый раз? Именно это я и пытался сказать тебе. Если бы ты только... Хватит, Флот, принц. Если ты можешь только говорить, тебе нечего показать, то давай покончим с этим. Прости. Причинять тебе зла, Кайлина, но я не могу позволить, чтобы это произошло.
Прости! Если бы только я не был вынужден сделать это. Ты, похоже, спас себя, мой принц. Но я все же стану песком. Появятся другие, подобные Магараджи. Хвостуны и глупцы, которые будут искать песок и найдут его. Моя месть еще обрушится на твой мир. Нет, нет! Как это может быть? Песок здесь, в настоящем, а не в песочных часах! Этот песок не должен существовать в этом потоке времени. Дахака делает свою работу. Я не только спас себя, я уничтожил песок времени. Что? Что тебе нужно? Амулет. Последняя реликвия песка времени. Это невероятно. Я изменил свою судьбу. Скоро я буду дома. Ты не можешь изменить свою судьбу. Никто не может. Что я наделал?
king and his son have defeated a mighty empire, inheriting an extravagant hourglass and a mysterious dagger that contain the mystical powers of the sands of time. Inside the hourglass is a marvel that no living man has seen. Only the dagger can unlock the sands of time, and it belongs to a greater one than I. But when the prince is tricked into releasing an ancient and evil curse, have unleashed the sands of time. I can undo what you have done. Give me the dagger. He'll have to put his faith in a woman he has no reason to trust. My father's army sacked your palace, captured you as a slave. You have every reason to hate me. Now you want me to trust you. Go on! There's no time! Now, he must use his power to control time, to get the sands back, the power of revival. The power of delay. The power of restraint. Of Persia, the sands of time. Thank you.
I'm Jean-Christophe Guillot, creative director for Prince of Persia 2. For 10 years, the Prince of Persia brand has been a defining benchmark for action-adventure gaming. So when we started imagining potential concepts for the sequel, we wanted to keep the best of the Sands of Time design, but also innovate to make the experience even more memorable. So the concept behind Pop 2 relies on the same core values as all of the other Prince of Persia games. A very organic design that makes the experience highly immersive. Outstanding controls and animations, and a mix of combat and exploration driven by an intense story. Indeed, in this genre, the player's experience is depending on the quality of the storytelling. Here, we want to put the player in a highly dramatic situation. His fate has been written, his fight is hopeless, he will die. That said, there will be a lot of unexpected developments as the game progresses. We've incorporated some special surprises guaranteed to throw gamers through a loop. To add to this drama and support this story, we also defined characters that we wanted to be absolutely memorable. For instance, players will fight enemies as diverse as the Thrall, a 20-foot giant, and a huge mythical animal called the Griffin. He'll also be hunted by the Dahaka, the guardian of time that can't be defeated. As many enemies, as many gameplays was our motto. Gameplays in Pop 2 will be even more diverse than in the previous episodes. We put a lot of creative efforts into defining new enigmas, new traps, and other elements that will keep gamers on the edge of their seats with every new challenge. But the major change in terms of gameplay is certainly the brand new fighting system. The team has completely reworked the way fights are organized in Pop 2. The player will not only be able to perform new moves like grabs, decapitations, and strangulations, but he will also be able to create unique fight sequences by chaining a lot of basic moves together. We call it the free-form fighting system. Concretely, you will be able to start with a grab and then decide whether you want to throw the enemy at another one, slice him, strangulate him, or stab a sword through his body. Another thing we introduced is the double sword combat gameplay. Pick any weapon dropped by your enemy and use it as a secondary weapon. You now have access to a series of new deadly moves with two weapons. Or you can utilize the new projectile aspect of free-form fighting and simply throw it at your enemy for maximum damage.
We also wanted to give game players a new sense of power. The prince is now acting with more strength and aggressivity. We paid special attention to the diversity and visual impact of the finishing moves. For instance, the double sword decapitation. For this move, we put a lot of effort into the richness of the animations, special effects like slow motion and camera angles to make it absolutely memorable. Eventually, we wanted combats in Pop 2 to be as acrobatic as the best Cloak and Dagger movies, so we used these references to create unique moves using the environment, like swinging around a pillar while slicing your enemies, stabbing your sword in a curtain and sliding down, or rebounding off walls towards your enemy. With all these new elements, we strongly believe the sequel we all imagine and hope for is coming to fruition, and it will truly set new standards in the action genre, just like Prince of Persia: Sands of Time did in 2003. Prince of Persia 2 will hit stores this November. Look for it. Этот шторм просто ужасен! Мы должны дать ему отпор! Прибрать главный парус! Мы пойдем по ветру. Остров времени. Место, где были созданы пески. Место, где Магараджи создали песочные часы. А что, если я смогу добраться до этого острова? Говорят, что Магараджи нашел там порталы, которые позволяют вернуться назад во времени. Назад во времени? В месте рождения песка.
Когда наша армия шла ко дворцу Магараджи, произошло что-то ужасное. Ты нашел песок времени. Хуже. Я открыл его. Тот, кто откроет песок, должен умереть. Мне пришлось убить тех, с кем я шел в бой. Тех, кого я любил. Но теперь неодолимый зверь охотится за тобой. Похоже, такое случилось впервые в моей жизни. И ты умрешь. Я использовал песок, чтобы повернуть время вспять. Чтобы сделать так, что песочные часы не были открыты. Этот зверь Дахака, страж потока времени. Ты должен умереть, поэтому он охотится на тебя и позаботится о том, чтобы ты встретил свою судьбу. Но все же лучше пытаться что-нибудь сделать, чем смиренно ждать своей смерти. Безумие. Даже если тебе удастся добраться до этого острова, тебе еще придется встретиться с Императрицей Времени. Я отправлюсь назад во времени и не дам создать песок. Если не будет песка времени, Дахака не будет преследовать меня. Тогда отправляйся в путь, мой принц. Но знай, твое путешествие не кончится добром. Ты не можешь изменить свою судьбу. Никто не может. Безумие! Что это за магия? Я архитектор моего собственного уничтожения. Это так. Что записано в потоке времени, невозможно изменить. Иди сюда. В своей попытке уничтожить песок времени, я стал тем, кто создал его. Каждый, кто прочтет это, знает о мужестве и чести тех, кто сражался и пал за Магараджу. Мы жаждали власти, даваемой песком времени. Большинство нашло только смерть. И я среди них. Но маска призрака дала мне второй шанс. Отправиться назад во времени и изменить мою судьбу. Эти письмена говорят о невозможном. Но маска призрака дала мне второй шанс. Возможно, есть еще надежда. У тебя был шанс добраться до меня. Другого не будет! Yeah.
Я стал этим. Нет, нет! Как это может быть? Песок здесь, в настоящем, а не в песочных часах! Этот песок не должен существовать в этом потоке времени. Дахака делает свою работу. Я не только спас себя, я уничтожил песок времени. Что? Что тебе нужно? Амулет. Последняя реликвия песка времени. Это невероятно. Я изменил свою судьбу. Скоро я буду дома. Ты не можешь изменить свою судьбу. Никто не может. Что я наделал? Вместе мы построили это судно. Вместе мы покинули остров. И вместе мы вернемся в Вавилон. Твое по праву принадлежит мне. И моим и останется. Твое путешествие не кончится добром. Ты не можешь изменить свою судьбу. Никто не может.
Ха-ха-ха!